На цих кадрах дворічної давності мітинг під стінами на той час Дзержинської райради активісти прийшли підтримати Сергія Степанюка, якого звинуватили в хабарництві. Зараз його адвокат Семен Левіт каже, ще тоді бачив. Справа була сфабрикованою. Уж дуже показательний характер дійства правоохоронних органів не було такої необхідності сотню автоматчиків, бронежилетах. Громкое задержание, когда раскрыли э, все доказательства по делу, раскрыли защите, мне было ясно с первой минуты, но ну нет никаких доказательств, нет состава преступления. И симптоматично, что Генеральная прокуратура не захотела поддерживать обвинение по э, делу, по которому следствие вел следователь Генеральной прокуратуры. И областная прокуратура не захотела поддерживать. Поручили прокуратуре местцевить, местной прокуратуре поддерживать обвинение. Розгляд справи тривав два роки. Сергія Степанюка суд виправдав. Чи вимагатиме він моральной компенсации, адвокат не говорить, напевно. Хоча сам переконаний, державі цією справою нанесена відчутна шкода. Работники, которые вели оперативное сопровождение, допустили полную некомпетентность, допустили профессиональную неграмотность, совершили такую массу нарушений прав человека, нарушений норм процессуального закона, что одно это уже не позволяло бы вынести приговор. Но более того, в действиях Степанюка изначально не было даже признаков правонарушения, предусмотренного данной нормой закона, то есть получения неправомерной выгоды. У сторони звинувачення є право подавати касаційну скаргу. Термін – місяць після виправдувального рішення суду. Валерій Кожухар, Вадим Діденко. Програма «Цей день».